Вітаю вас в ефірі «Розмова на тему». Навчальний рік завершується і не лише в школах та вузах, але й деяких таких альтернативних навчальних закладах. І сьогодні ми будемо говорити про один з таких, адже вже це товариство може навчати таким, назвати навчальним закладом. І сьогодні будемо говорити про Миколаївське обласне товариство поляків. І сьогодні у нас у студії голова цього товариства Єлизавета Гайсівна Селянська і вчитель польської мови. Кристина Ксенжопольська. Очень рада вас видеть сегодня. И действительно, польское общество, это вот общество поляков, да, вот это уже общество, куда люди приходят за знаниями, вот как-то, наверное, сразу же такая ассоциация, что это место, где можно получить полноценное вот такое образование, да, вот такое, да, альтернативное, да, но это образование дает открывает двери очень многие, дает вот такую перспективу. И вот конец учебного года — это для вас тоже вот множество мероприятий, целая цепь таких вот событий, даже дипломированные уже выходят от вас, выпускники, можно сказать, ученики. Расскажите, пожалуйста, этот учебный год насыщенный, активный, много учеников, что скрывать, все знают. Вот как это все прошло в этом году и что было вот нового у вас? Ну, я бы немножко, да, я немножко бы поправилась, не сказала бы, что это альтернативное образование, а дополнительное образование, да. Потому что мы не идем вразрез ни со школой, ни с какими-то культурными, национальными традициями Украины, а именно в дополнение о том, что и наши дети изучают польский язык, польскую культуру, традиции, историю, географию, то есть это знания дополнительные. И, конечно, воспитываем в духе патриотизма, ну и моральное качество тоже имеет значение для, ну, для образованного человека, вообще для каждого человека. В этом году у нас было очень много учеников, как никогда, большой интерес к Польше, потому что, ну, Польша, понятно, ближайший сосед, считается, в общем-то, адвокатом Украины в Европе, и поэтому сейчас особенно большой интерес к Польше, к польскому языку и культуре. Поэтому было у нас очень много групп разного уровня, детей, взрослых, молодежи. Дети, молодежь приходят, конечно, получить знания дополнительные с польского языка, чтобы потом иметь возможность получать образование где-то на Западе. Ну, мы, конечно, имеем надежду, что, получив хорошее образование, они вернутся поднимать и развивать Украину. Ну, жизнь по-разному складывается. Поэтому это уже как бы другой вопрос. У нас дети занимаются, в нашу школу ходят где-то с 7 лет. Есть поэтому да, даже 6 лет поправляет учительница. И эти маленькие дети, у нас есть специальные учебники, тоже полученные из Польши. Вот в этом году мы получили полный курс именно для начинающих маленьких детей, по которым они занимались, и по этим учебникам занимаются дети в польских школах. Ну и потом дальше уже идут средние группы, которые что-то уже знают, и уже самые старшие дети, которые хорошо знают, которые несколько лет учили в Польше, и в этом году сдавали экзамен, ну как и каждый год, в общем, есть такая возможность, дети, которые имеют польское происхождение и хорошо знают польский язык и другие предметы на польском языке, сдают экзамены в консульстве, чтобы иметь возможность поехать Польшу учиться на стипендию польского правительства. Но в этом году у нас таких было 4 человека, которые успешно сдали экзамены. Экзамены были очень сложные, очень высокий уровень польского языка, ну и потом там сдавали историю, географию, математику, физику, биологию. Но вот 4 человека успешно сдали и поедут дальше учиться. Ну, а много детей, которые изучали польский язык, имеют возможность просто самим поехать, потому что поступать в университет. Потому что, ну, понятное дело, что когда едете в другое государство учиться, особенно в высшем учебном заведении, то нужно знать польский язык. И, в общем, то мнение, которое у нас очень много бытует в Николаеве, когда приходят ко мне родители и говорят: «Да ну что там, польский язык, и так все понятно, можно не учить, вот, и ребенок едет учиться».
Ну, потом встают проблемы, что необходим, или же их отчисляют, или они сами не тянут эту программу, и, в общем-то, это проблема. Поэтому мы в своем обществе говорим о трудностях тоже, о проблемах, о трудностях, о том, что нужно учиться. Ну, учиться вообще нужно всему, да, не только иностранным языкам, а, в общем-то, и всем предметам, чтобы быть образованным человеком. В этом году у нас занятия проходят как в школе, с 1 сентября до июня месяца. Экзамены у нас не сдают, то есть основные экзамены, так кто хочет, сдают вот в консульстве на стипендию. Но у нас внутри тоже мы проводим и олимпиады, и какие-то тесты, ну, итоговые. В этом году проходила большая олимпиада на знание польского языка, истории, культуры и географии. И эта олимпиада проходила в 3 тура и по возрастам, то есть для самых маленьких и уже для более старших. Были награждения первые в 3 возрастных группах олимпиада проходила. И первые места получили, ну, дипломы получили все участники. А первые награды первых мест — это были словари польского языка, которые им пригодятся в дальнейшей учебе и совершенствовании польского языка. Но я хочу показать вот диплом, который у нас был. Здесь на фотографии это дети, ну, это из первого тура, как первый тур был, где они так старательно, и маленькие, и средние взрослые думали, писали свои задания. Ну, а с другой стороны, у нас такой необычный диплом уже, когда я печатала в типографии, говорит, да, первый раз видим, чтобы был диплом двухсторонний, потому что на обратной стороне этого диплома такая замечательная карта, она очень познавательная, здесь и административное деление, и костюмы, и народности, которые проживают, и географические какие-то данные. То есть ребенок может посмотреть, как он сдавал экзамен, с кем он сдавал экзамен на олимпиаде, и в то же время еще дополнительно заниматься. То есть это диплом такой, который и такая своеобразная по жизни шпаргалочка, да. И такая планшетка памятная. Ну, да, это памятное, да, такое мы специально... То есть этот диплом не будет пылиться на полке. Да, это можно повесить где-то в рамочке, будет замечательно. Ну и еще, например, мы в обществе сделали такую тетрадь, ну, она тоже тетрадь-подсказка, у нас дети пользуются на уроках, пишут на уроках в такой тетради, потому что, ну, на первой страничке, да, такая красивая заставочка, а внутри на другой странице здесь и в конце это правила польского языка, то есть всегда можно посмотреть, потому что грамматика польского языка очень сложная, и когда вот говорят, ну, такое вот обманчивое суждение о том, что польский язык, его вообще практически учить не надо, mm-hmm. то грамматика очень сложная. И у нас есть ученики с высшим образованием, кандидаты наук, доктора наук. Есть даже один ученик, который Гарвардский университет закончил, тоже учит польский язык. Ну, и они говорят, вот когда такие серьезные люди говорят, то, что чем больше мы учим, то тем больше понимаем, что мы многого не знаем, потому что польский язык сложный. Ну, еще я хочу показать свидетельство. Это уже свидетельство об окончании наших курсов. И такие свидетельства мы выдаем всем ученикам. Некоторые складывают в свое портфолио, а некоторые, когда уезжают, то им необходимо что-то показать, какое-то подтверждение о том, что мы учили. Но это свидетельство не является сертификатом официальным, потому что очень многие ученики, когда ходят по фирмам и им выписывают вот такие свидетельства, то они говорят, что, ну, этого достаточно, это сертификат. Это не является сертификатом, а просто такое подтверждением того, что человек учил, да, учил польский язык. А сертификат необходимо сдавать международной комиссии, тогда это будет международный сертификат. Вот. Ну и в этом году еще у нас тоже насыщенная такая была программа. Дети писали диктант польского языка, который проводит Польша. И да, это был последний тур, нет, один тур был. Два тура, да, ну, вот во втором. А сейчас второй. Да, мы во втором туре участвовали, и поехали двое наших учеников, и один из учеников занял 2-е место в Одессе. Ну и уже в заключение тоже вот подводя итоги учебного года конкурсов,
и тестирований. К нам приезжал представитель организации «Вольность и демократия». Есть там такое подразделение «Бяло-Червона», которое занимается именно образовательными процессами. И Ежи Ковалевский, он в то же время является соавтором учебников польского языка. Мы их в этом году тоже купили. Mm-hmm. Очень хорошие учебники, дети занимаются. Он приезжал к нам в общество, смотрел, как у нас проходит процесс образования, и проводил тесты. Ну, тесты были очень сложные. Mm-hmm. И тем не менее, 8 учеников были отобраны для следующего тура, который будет проходить с 3 по 5 июня. С 5 по 8, да, угу. В Одессе. Ну, и мы надеемся, что наши дети там тоже хорошо себя показывают с хорошей стороны. Ну, и это вот такой высокий уровень наших детей. Это благодаря тому, что у нас работает замечательный преподаватель Кристина Ксенжапойска. Она у нас уже 4 года работает, и ее все любят, от маленьких детей до взрослых. И, в общем-то, знание очень много зависит от преподавателя. Есть люди, которые знают язык, но не могут его донести. А пани Кристина, она, знает это, понятно, потому что она из Польши, носитель языка, и ее образование тоже университетское, преподаватель польского языка, то есть и профессионал высокого уровня, и в то же время как человек это может донести до всех детей. И кроме этого она помогает проводить мероприятия, которые у нас проводятся, это дети учат стихи, песни. Вот 23 мая в Доме учителя мы всегда там проводим мероприятия, мы проводим окончание учебного года, дети пели песни и в учебном годе, к окончанию каникулы, в то же время поздравляли своих мам, 26 мая было День матери. Ну, также вспомнили историю, потому что 3 мая – это День Конституции, и 8 мая – окончание войны. Поэтому мы все эти ситуации вспомнили, и дети приготовили очень много на польском языке вот таких номеров. Хочу две вещи таких заметить, что не устаю повторять фразу, очень знаменитую для педагогов, фразу, что всякое образование должно быть незаметным, да? И вот, наверное, вот как раз такое количество праздников, которые перечисляете, события, то есть хочет, не хочет ребенок, но зафиксирует эту дату навсегда, потому что у него останутся воспоминания о репетициях, о подготовке, о концертах, о том, что было в течение концерта, конечно, и он запомнит эту дату, конечно, он запомнит это событие. И потом это будет просто информация, которую он будет нести о Польше и истории, о Польше, о ее истории, о ее культуре. Это, безусловно, это всегда работает на 100%, вот эти вот праздники, потому что учеба хорошо, знания хорошо, но должен быть еще такой вот эмоциональный всплеск, вот когда вроде все расслаблено, вроде в удовольствие, а в то же время учеба продолжается. Еще хочу такой момент один, вот, может быть, даже вот немножко похвастаться зрителю о том, что пани Кристина является героиней одной из моих программ из цикла «Твоя справа», профессия учитель пани Кристина представляла. И вот я очень хорошо запомнила фразу, которую вы сказали в этой программе, о том, что да, иногда любят дети предмет и изучают его, а иногда они любят учителя, поэтому изучают этот предмет. Пусть так и будет, пусть они любят меня, главное, что они учатся, да? Пусть такая мотивация. Я думаю, что 99,9% всех учеников общества поляков — это те люди, которые влюблены в пани Кристину. Я думаю, что взрослые, как взрослые, у них там свои какие-то мысли в головах, а вот дети — это те создания, которые как раз-таки вот идут за любовью, за своими эмоциями, за своими чувствами. И вот, судя по тем мероприятиям, на которые они охотно идут, и всегда у вас хватает участников, да, всегда хватает учеников, потому что переполнены вот аудитории, переполнены уроки, вот там, где проходит это все, пани Кристина вот просто с испариной выходит, потому что работа идет очень интенсивно. Но насколько для вас труд, учительский труд — это колоссальный труд, это без вопросов. Но насколько вам
легко быть или сложно быть вот таким авторитетом для детей? Ведь они имеют учителей в школе, да, вот приходят дополнительно еще получить вот такие знания. И тут они видят вас, влюбляются в вас, прислушиваются к вам. Как вы несете на себе эту ответственность, вот этот вот, вот такой вот груз любви, и не, чтобы не разочаровать, чтобы это желание осталось, чтобы эти знания остались вот с таким вот позитивом? Как это? Вот как это вы выдерживаете? Я не знаю, как. Я не скажу, как это получается. Просто опыт, предчувствие какое-то, как что сказать, как что сделать. Это трудно назвать так словами. Я не могу этого сказать. Я думаю, что важно для учителя, чтобы любить детей. Человек, если не любит детей, он не будет хорошим учителем. Он будет, конечно, мастером, может быть, только профессионалом. Но нужно показать ребенку, что ты его любишь. Он придет, он выучит, он поблагодарит, конечно, скажет спасибо. А как это все получается? Я думаю, что мой опыт что-то там где-то в голове, что подсказывает, что в этот момент сказать, что сделать. Иногда бывают разные такие ситуации, трудные. Дети любят рисовать, дети любят разговаривать, правда, и чтобы обратить внимание, и чтобы ребенок почувствовал себя, но не то, что я ему обращаю внимание, только что я его вижу, что он для меня важен, поэтому я ему обращаю внимание, потому что хочу, чтобы он это знал, о чем я говорю. Так что разные бывают ситуации на занятиях. Но я хочу сказать, что в этом году у нас еще одна традиция в наш календарь удалось нам включить. Это было прощание зимы, так называемое топение мажанны. Это было очень-очень интересное мероприятие. Я, когда писала эти задания Олимпиады, мне было приятно, что все дети знали, когда это было. Они запомнят это уже. Если приходят на Анжейки, знают, что такое Анжейки. Если приходят на Миколайки, остатки, они знают, что тогда можно есть, правда, пончики, хруст, угу, хрустики, да? Хрустики. Или эти... То, что кругленькое такое. Обожанки, да, по-польски, да. Бублики по-русски хотела сказать, да. А сейчас они уже знают, что такое мажанна. И когда это мы ее топим в воде, эту мажанну, прощаем зиму и приветствуем весну 21 марта. Это тоже, думаю, что детям очень-очень понравилось. Тогда был хороший день, солнечный, не очень теплый, но хороший такой для детей. И у нас была экскурсия. Да, на Янкуре, да, мы на были Янкур, потом, да. Экскурсия была в Диком саду. Ну и про мажанну я хочу еще добавить, что были дети и было много родителей. И когда уже родители, ну, взрослые отдельно занимаются, и, ну, тоже мы там... разбираем вопросы о традициях истории, и я сказала, что, ну вот, да, есть такие сложные традиции, которые не все знают, ну, например, утопление мажанны, и все сразу закричали, нет, это мы знаем, и когда, то есть они уже запомнили это мероприятие, этот праздник. Я, насколько я понимаю, что утопление мажанны, это для зрителей, да, немножко такая ремарка, что это похоже на масленицу, на сожжение чучела масленицы, да? То есть у нас сжигают, провожают в Польше, топят эту мажанну, да, чтобы она тоже ушла уже с холодами вот этими всеми. Ну, масленица связана, в общем-то, с предпостовым периодом, больше к религиозному. А мажанна просто с астрономическим календарем, это 21 марта происходит. Там поэтому... четкая дата, да.
четкая дата, день весеннего равноденствия, и поэтому она из даты не выходит, и, в общем-то, не всегда, ну, она совершенно не привязана к религиозным праздникам. Ну, вы же понимаете, что нам нужно зацепиться, что-то сходное найти, нам всегда хочется что-то найти общее. Масленица, когда празднуют православные масленицы, то в польских традициях это запосты, остатки. Это вот где-то вот так можно поронять. Mm-hmm. И тогда в эти дни тоже едят много мяса, жирное. И первое блюдо в эти дни – это пончики, хрустики, ну и вот эти вот бублики. Ну, бублики, они тоже на пончики пекутся в жиру. Да. Я хочу нашим зрителям предложить небольшой такой вот фотоотчет. Это практически такое резюме вот обо всем том, что мы говорили. Это и праздники, и будни, вот общество поляков, вот как это происходило все в этом году. Вот для наших зрителей небольшой такой видеосюжетик. Вот такой набор таких замечательных фрагментов из событий за этот год. И кажется, что вот прошел не один год, прошло больше, потому что было действительно и праздников много. И вот таких вот рабочих моментов, когда и взрослые, и детки сидели, все трудились, и знания свои выкладывали, скажем так, вот, вот все, что приобрели. Тем не менее, я хочу все-таки снова вернуться вот к такой особенности. Это то, что общество поляков сегодня очень-очень поющее, одно из самых поющих, мне кажется, в Николаевской области из тех национальных таких обществ. И это вот настроение такое вот всегда. Опять-таки, учеба какая-то, патриотические песни и романтические вещи какие-то, и вот лирические, и какие угодно, и праздничные, и все-все-все. И там вот, вот тоже вот откуда все это произрастает? От того, что вот вот, вот кто-то любит здесь очень петь. Насколько, ну, я вижу, что это подхватывается легко, потому что много деток, которые с удовольствием это делают. Ну, у нас было ли сложно вот как-то вот растормошить вот как-то вот, чтобы рискнули, чтобы все-таки пошли петь, потому что не каждый же вот рискнет выйти на сцену, не каждый же вот, даже имея хороший голос, решится это показать всем, продемонстрировать вот как-то. Как-то приходилось вот так вот уговаривать, заставлять, может быть, даже иногда кого-то, а потом уже все хорошо шло. Нет, мне кажется, что дети любят выступать. Любят выступать, любят петь, даже если не умеют петь, любят петь. И мне повезло, потому что в самом начале моей работы здесь мы оказалось, что в Одессе есть фестиваль польской детской песни. И мы собирались туда поехать, было очень хорошо, хорошие песни дети пели. И с того момента оказалось, что у нас артисты растут нам на наших глазах. Да, уже в этом году в 11 классе.
и уже многих артисток уже не будет, будут расти новые. Да, но есть, все время есть. Я спрашиваю в разных группах, кто хочет петь, кто умеет петь. И в этом году большая группа была. Так получилось на каждом концерте хорошие выступления, хорошие песни. А одно еще хочу добавить, не что понимаю, все группы поют. Як «Долго в сердцах наших» осенью поют, все одну песню. А сейчас в мае мы выучили «Сердце в плецаку». Это о солдате, у которого в рюкзаке было второе сердце, которое он нашел где-то на дороге. И он ничего не боялся, и все пели очень веселые, хорошие песни. Я всегда делаю комплименты представителям разных национальных обществ, потому что у каждого есть какая-то своя изюминка. А вот сейчас я хочу вот зрителям вот еще раз сказать, кто в моей студии, если вдруг кто-то, может, попался один такой человек, который вдруг не запомнил или не знает, но и представить вот так вот... муза и вдохновительница общества поляков Кристина Ксенжопольская и берегиня, и защитница, и опора этого общества, и всех, кто в нем состоит, Елизавета Селянская. Большое вам спасибо за то, что вы пришли сегодня к нам, и за то, что вы вот делаете свою работу с таким вдохновением, с таким вот рвением и с успехом. Безусловно, с успехом. Большое вам спасибо. И глядачам мы також дякуємо за увагу. Учитесь, навчайтесь, свого не цурайтесь, але й інше пізнавайте, бо все це робить нас кращими і більш щасливішими. До наступних зустрічей!